И снова здравствуйте. Новости с производства. Смотрите, каких мы красоты-то наделали. Это АК-12, АК-74. Это у нас ПКМ, по-моему. Да, это ПК. А вот это печенье. Нет, это не печенек, это СВД. Это СВД у нас. СВД? Да, СВД. Печенек там где-то. Ну, в общем, вот все такое. Вот сейчас мы посмотрим, как ставить на АК-12 банку. Кстати, заметьте, что установленная банка размером будет не сильно больше, чем штатный пламегаситель. Значит, для начала сдергиваем штатный пламегаситель. Здесь левая резьба. Мы чуть-чуть ее закручиваем, гайку. И вот тут есть специальный выступ. Мы ее вот таким образом ставим. Поворачиваем. Потом просто закручиваем модератор банку. Затянули. Все, готово. Очень хороший баланс. Не сильно больше, как я уже сказал, штатного. То есть чуть-чуть длиннее штатного. По весу. Ну, вот, магазин с полными патронами. По весу не чувствуется, что идет перевес сильный. То есть вполне нормально, удобно держать. Обожаю это дело. Скоро в продаже. Всем чмоки.